Очень часто, когда вечером смотришь на окна администрации, горит на третьем этаже свет, вы допоздна задерживаетесь. Очень много работы. Очень много работы. Я откровенно признаюсь, когда пришел работать, мне казалось, что где-то в течение полугода я расставлю акценты, сформирую все необходимые приоритеты, и аппарат администрации начнет работать как вот единый, монолитный, смазанный такой эффективный механизм. Пока, откровенно признаюсь, этого я не добился. Он уже, на мой взгляд, работает довольно эффективно, но тем не менее, вот очень много еще, к сожалению, работает в ручном режиме. А вот все-таки хорошо работающая система — это та система, где каждый элемент знает свою задачу, выполняет ее, а руководитель только координирует эту деятельность, и у него есть время все-таки думать о каких-то масштабных стратегических задачах. Сейчас очень много, конечно, в качестве главы занимает решение очень маленьких, скрупулезных дел. Вы знаете, вот уже определенный период работы показал, что у людей очень много нерешенных вопросов. Причем порой совсем незначительного свойства. Но эти вопросы нерешенные в части благоустройства, в части каких-то ремонтов, вызывают существенное раздражение у жителей. Поэтому вот мы поставили задачу, что будем отзываться и решать вот все задачи. Для нас не существует важная задача, большая или маленькая, мы стараемся решать все задачи. А для этого должен работать очень эффективный аппарат. Поэтому ротация происходит? Я бы не сказал, что большая ротация происходит. Вот вы знаете, люди, я давно уже живу по принципу, люди везде одинаковые. Вопрос в том, что как организовать работу, чтобы максимально получить от человека все самые его лучшие профессиональные качества и человеческие качества. Вот когда получается организовать работу, казалось бы, совсем незаметный специалист, он начинает выдавать на гора довольно серьезные результаты. Поэтому особой ротации не было. Аппарат здесь, он профессиональный, работающий. Просто подчеркиваю, нам нужно правильно скоординировать и расставить приоритеты. И очень важно, конечно же, контроль исполнения. Но я все же отмечу, что те люди, которые не выдержали темп, заданный вами, они все же сами ушли. Да, есть часть людей, которые сами ушли. Ну, это их решение. Очень много молодежи пришло. Вот это радует. В то же время те работники, которые долгие годы здесь работают, они уже очень опытные профессионалы, и город знает, изнанку города знает, знает историю каждого вопроса, что тоже очень важно при решении различных вопросов городской жизни. Спасибо вам. Спасибо.